Однажды сходит, как 3 копейки, сначала по пояс, потом по грудь, потом долгий хохот саду на скамейке, а под конец соловья согнуть. Или маленькая девочка ледяная махнет морозной своей косой, и от ужаса ничего не понимая, я по углям горячим пойду босой. Или вывалится изо рта предметы, не похожи ни на доллары, ни на рубли, как будто приехал с другой планеты, или вырос как репа из-под земли. Ну а по правде здесь родился, хотя вызываю у местных смех. Просто у меня потолок отвалился, вот отличаю чуть-чуть от всех. Не в таком состоянии жить не худо, я могу, к примеру, совсем не спать. Кое-кто всерьез называет Буддой, но я еще только хочу им стать. А пока сам себе говорю до свидания и хожу без одежды, когда зима. А в сумерках, стараясь не привлекать внимания, с удовольствием перепрыгиваю дома.